Черно-оранжевая лента символизирует доблесть, мужество, героизм и стойкость. Ежегодно по всей стране стартует акция «Георгиевская лента», где студенческая молодежь и волонтеры раздают на улицах города предшественник Дня Победы всем желающим. Стартовой точкой начала патриотического жеста стал холм славы. Нет ни одной семьи, кого не коснулась та страшная война, унесшая жизни миллионов. Их подвиг остается в памяти многих поколений, говорит заместитель директора по учебной части филиала ДГУ Мирза Мусаев. Хочу пожелать участникам Великой Отечественной войны здоровья, удачи, чтобы они могли еще жить, дожить, и чтобы мы могли ими гордиться. Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II, с небольшими изменениями вошедшую в наградную систему Советского Союза, как гвардейская лента. Знак особого отличия солдата. Значение символики заключено в двух цветах – черном и оранжевом, ассоциирующее дым и пламя. Данная акция впервые стартовала в 2005 году, где главной целью стало стремление не дать забыть современному поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Всей России стартует акция «Георгиевская лента». И мы, волонтерский корпус аграрно-экономического колледжа, решили поддержать эту акцию. Вышли раздавать водителям георгиевские ленточки. Акция продлится до 9 мая. Черно-оранжевую символику можно увидеть практически везде. На боковых стеклах и антеннах авто, прикрепленные на верхней одежде прохожих на улицах, на сумках и рюкзаках учащейся молодежи. По словам волонтеров, эта лента – условный символ воинской славы, публично демонстрирующая свое уважение к героям, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за великую победу, которая будет отмечать еще не одно поколение. Вика Сулейманова, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».